Сегодня меня точно заберут. Нашла! Вау! Какая красивая! Я же говорила! Ой, мои руки! У меня дома уже есть морозилка! Приветики! Пошли со мной! С радостью! Эй, я здесь! Я так долго мечтала об этом! Я тоже, малышка! Идем, Олаф! Что? А как же я? Ура! Мы же в комплекте! Все еще здесь? Придется отправить тебя в мусорку! Вы не можете! Я принцесса! Я нет, а строительный фен может. О, меня заберут, я точно знаю. Оу. Тайфун, какой же ты горячий. Эльза, что случилось? О, нет, нельзя оставлять тебя в таком виде. О, скорее приведем тебя в форму. Держись, мы все исправим. Может, дома тебе станет легче. Айструн трик. О, Кэролайн. Эльза, прошу, не плачь. Мешки под глазами намокнут. О, какие мешки? Дай взгляну. Какой ужас. Согласна. От слез станет только хуже. У меня есть набор эстетической помощи. Надеюсь, ты сама разберешься. Трум-трик. О, я действительно справлюсь. Посмотрим, что здесь есть. Придумала. Надеюсь, эти мешки исчезнут из моей жизни. Ах, вау! Морозное снадобье – то, что нужно. Смешиваем все ингредиенты. Заполняем форму для маски. Поможем маске остыть. Готово. Здорово. Пора испробовать. Замечательно. Ух ты, мое превращение началось. Неплохое начало. Что? Мои силы снова вышли из-под контроля? О, а ну прекратить, снегопад. О, да что такое? Олаф, Олаф, это ты? Эльза, давно не виделись. Как ты меня напугал. Я думала, мы больше не увидимся. И знаешь, я решила стать русалкой. Уверен, тебе это пойдет. Что с моим лицом? Жуть какая! Я срочно должна от этого избавиться! Ауч! С такой кожей я вряд ли стану русалкой. Криотерапия должна помочь. Прыщики отпадут сами собой. Надеюсь, не увидимся. Эльза, а что это? А? Упс, не думала, что так выйдет. Ух ты, что это с котлом? Ничего себе! О, спасибо! О, как же красиво! Оу, давай примерим. Я боюсь все испортить. Ну вот, теперь у меня синий нос. О, с таким мейком русалки меня засмеют. Так, Эльза, перестань нервничать. Соберись. Спокойствие и гармония. Баланс и утонченность. Оу. Получилось. О, как прикольно. Посмотрим, насколько я приблизилась к результату. Замечательно. Добавим пару деталей. Эльза, скажи, а ты случайно не ждешь гостей? Ха-ха, куда подевался мой дружок? Может, здесь? О, вот же он. Сопротивление бесполезно, снеговик. Вот я и закончила. Олаф, куда он подевался? Он же только что сидел тут. А вдруг его похитили? Олаф, ты где? Привет. Вы не видели тут снеговика? Увы, я с зимы не видел снеговиков. Но могу предложить вам нового друга. Как насчет Пикачу? Нет. Понял. Может, добавить ему носик? Совсем как ваш друг. Нет, мне нужен только Олаф. Отстань от нее! Не думала, что будет так сложно. Пойду искать дальше. Одну минутку. А это не твоя коробка? Полезай обратно! Погуляла и хватит. И не смей больше бить меня током. Замри! Что со мной? Я вызову полицию. Удачи! Эльза, спаси меня! Олаф, я иду за тобой! Что за жуткое место? Похоже на лабораторию. О, нет! Кто здесь? Показалось. Где же он держит Олафа? Эльза, я здесь. Помоги скорее. Почти готова. Пора испытать мои термолазеры. Сгорают нетерпение. А теперь сгоришь и ты, Олаф. Пуск!
Это мой триумф. Что? Это какая-то шутка? Куда он подевался? О? Ни звука. Я вытащу нас. Я ведь связал его. Оу. А это у нас что? Кажется, я иду по горячему следу. Ха, тебе не удастся скрыться от меня. Эльза, я знаю, что делать. Доверься мне. Олаф, нет. Эй, синее чучело. Я знаю, что тебе нужно. Меня ищешь, а? Ха, вот и попался! Ты ведь проголодался! Отведай этого! О, как аппетитно! Ты следующий! Получилось, он отвлекся! Отличная работа! И что дальше? В жизни не ел ничего вкуснее! А теперь время закуски! Что? Ну ты прожора! Эльза, бежи! Не так быстро, Олаф! Мне не устоять! Только не это! А теперь разберемся, как монстры! Куда они побежали? О нет, какой ужас! Кто поставил такую температуру? Олаф, ты в порядке? Прошу, прохлады! О, где же пульт? Нашла! Он заблокирован! Работай же! Да что с ним не так? Ага, вот как он выключается. Ребята, пожалуйста, помогите спасти Олафа. Поставьте лайк, чтобы выключить кондиционер. Что дальше? Оу, откуда здесь рыба? Ладно, главное, что теперь у меня есть ткань для топа. Отрезаем необходимый кусок ткани. Супер. Теперь нужно ее прострочить. Немного швейной магии и бисера. Русальи рукава готовы. Вот так прелесть. Полдела сделано. Оу, как не вовремя. Алло, привет. Представляешь, он снова обледенел. О, у меня не ногти, а ледокол. Но так даже лучше. Пора заняться прической. Украсим ее жемчужинами. Это любимое украшение русалок. Вплетаем жемчуг в пряди. Если хочешь быть русалкой, ты должна уметь петь. О, давай попробую. Это несложно. Это мы сейчас услышим. Давай, Эльза, я подыграю. Готова? Сделай так, чтобы все замерзли. The snow glows white on the mountain night. Not a footprint to be seen. A kingdom of isolation. And it looks like I'm the queen. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, can't hold it back anymore. Let it go. О, это было великолепно! Ты ведь не забыла, какой сегодня день? Олаф, спасибо, мне так приятно. О, какое свежее дыхание. Упс, я думала, сильнее ты уже не заморозишься. Все хорошо, а вот и подарок для тебя. Надеюсь, тебе понравится. Скорее открывай. Ого, Олаф, это лучший подарок, который я получала. Спасибо. Ребята, а что вам дарили на день рождения? Напишите свой любимый подарок в комментариях. Эта помада просто нечто. Как тебе? О, все-таки я ошибся. Тебе нужен другой цвет. Правда? Можешь не переживать об этом. I strong trick. А теперь превратим все в блестки. О, другое дело.
С ледяным глиттером мои губы будут выглядеть идеально. Я стану первой ледяной русалкой. Уже лучше? Ну да, а что тут еще есть? Ого, это же электрокисточка для ресниц. О, какой мощный режим. О, лишь бы ее удержать. Да, эта диадема явно не подходит мне по стилю. Эх, но принцесса не останется без украшения. Нанизываем голубые бусины на леску, фиксируем, зажимая края и закручиваем. Веточка готова. Голубой топаз идеально впишется в композицию. Вау, Олаф, тебе нравится? Оу. Конечно, я могу оставить ее себе. Какой ты смешной, тебе идет. Ну что, посмотрим, насколько я русалка. Надеюсь, уже на все 100. Что? Чего же мне не хватает? Как я могла забыть про хвост? О, я знаю, как мне его раздобыть. Если долго держать ноги под водопадом, есть шанс, что они станут плавником. О, что? Это совсем не то. Алло, Кэролайн, нужна твоя помощь. Всего в шаге от того, чтобы стать русалкой. Жду тебя. Приветики. Скажи, как получить такой же хвост, как у тебя? У меня получились ласты. Ну, я знаю один способ. Это точно должно тебе помочь. Трум-трик. Вау, что это? Трик-трансформатор. Попробуешь? С радостью. Отлично, теперь воспользуемся тризубом отца. Трум-трик. Готово. О, кажется, не то. И мне. Давай попробуем еще. Соберись, Кэролайн. Трум-трик. Ура, это то, что нужно. О, слава Тритону, все вышло. Упс, ты ничего не видела. Я хочу добавить индивидуальности. Теперь все будут знать, что я ледяная русалка. Поздравляю, тебе очень хорошо с ним. Спасибо, дружище. А почему оно такое длинное? Ну, вообще-то, это пояс для хвоста. Я так сразу и подумала. Прелесть. О, вау, 100 лет таких не видела. Ты же знаешь, что это? Я думала, это шлем. Сейчас покажу. Трум-трум-трик. Это портал в мир русалок. Вау. Мы готовы отправиться в новое приключение. Можно я отправлюсь с вами? Конечно, можно. Поплыли. Ничего себе, какой большой аквариум. Да, раньше и у меня был такой. Эй, смотри, кто-то идет. Как же долго я тебя ждала. Не волнуйся, дорогая, скоро мы будем вместе. Мой герой. Ох. Ничто не станет у нас на пути. Посторонись. Не бойся. Наша любовь будет вечной. Кевин, что со мной? Я начинаю меняться. Ты в порядке? Встретимся в нашем месте. Мог хотя бы предупредить. А вдруг синяк останется? Ауч! О, Кевин, это ты? Прости, пришлось задержаться. Я приготовил для тебя один подарочек. А вот, собственно, и он. Я еще не видела таких огромных мистери-боксов. Интересно, что там? Вау! Ничего себе, как красиво! И это все? Не может быть! Эй! Ха-ха-ха! Ну ты даешь! Какой ужас! Забирай свои подарки! Ой, отпусти меня! Наконец мы вместе! Не так быстро, куколка! Вампиры не могут быть с русалками, только с вампирами! Поэтому буду ждать вас, так сказать, на том берегу! Адьос! О, получается, что я должна стать вампиром. О, ну ладно, ради любви я готова на все. О, вау, что это? Лучше бы я этого не видела. О, что тут еще есть? А вот инструкция, которая мне нужна. От русалки до вампира. Макияж, прическа, одежда и хвост. Погодите, а что с моим лицом? О, нет, это срочно нужно исправлять. Может, в мистери-боксе что-то есть? О, нашла! Это же вакууматор для лица. Теперь я быстро избавлюсь от этих следов. Ха? Сперва заполним контейнер водой. Полдела сделано. Куда я положила вторую часть?
О, это снова ты? Не одолжишь мне немного чернил? Спасибо. Будем считать, что мы квиты. Теперь закрываем наш девайс, выставляем очищающий режим, и можно приступать. Надеюсь, это поможет. Оу! Мощная штука! Ну, давай же! О, это было страшно. Зато моя кожа теперь просто идеальна. Главное не терять голову. О-о-о! Это было неприятно. Вроде все обошлось. А это еще что? Эй, а неплохо получилось. Это натолкнуло меня на одну идею. Наносим на края топа термоклей. И складываем его в форму бантика. Угу. Чем крепче прихватить, тем надежнее будет. Теперь вдоль краев делаем ободок из черного жемчуга. А что? Получается довольно по-вампирски. Совсем другое дело. Как думаете, Кевину понравится? А ты тут откуда взялся? А ну, убирайся! Фу, думал, что не замечу. Посмотрим, что осталось. Макияж! Мы как раз все подготовили. Ну что же? Стрелки никогда не выйдут из моды. А красные губы будут прекрасно смотреться на контрасте. Хм, не понимаю, куда все подевалось? А, точно! У меня же есть новый набор. Надеюсь, он, в отличие от старого, водостойкий. База нанесена, можно приступать к стрелкам и теням. Назову этот стиль Smoky Eyes on Water. Растушевываем и добавляем глубины. Русалкам к ней не привыкать. Для пущего эффекта добавим красный ореол. Думаю, Кевин будет от меня без ума. Переходим к нижнему веку, тут нужно тоже хорошенько постараться. Мой мейкап должен быть настолько же привлекательным, насколько и пугающим. Поэтому мне не обойтись без темных лучей. Переходим к губам. Ярко-красный – это классика, кричащий, как мои будущие жертвы. Затемняем уголки для большего объема. Создаем плавный градиент от черного до кроваво-красного. Теперь переходим к струйке крови на краях губ. И мрачно, и притягательно. Нельзя забывать, что я не просто вампир, но еще и русалка. Используем сетку как трафарет для рисования чешуи. Смешаем главные вампирские цвета, красный и черный. Готово! Теперь выделим скулы, после нанесения смягчаем переход. Мне кажется, стало намного лучше. Кто скажет, что не похоже на вампира? Укушу! Между прочим, самое время задуматься о клыках. Думаю, они... Ай! Как больно! Отпусти! И откуда тут пиранья? Наверное, бокс с Амазона. Ауч! Глубоко впились. Минуточку. Это же именно то, что мне нужно. Примерим. Каш! Спою об этом. Кто проживает на дне океана? Ради Нептуна, прекрати это немедленно! Что-то не так? Клыки есть. И я знаю, у кого может найтись подходящий хвост. Алло, Мелани, можешь зайти? Привет, подружка. Скажи, а ты могла бы сделать так, чтобы у меня появились ноги? Да, думаю, у меня бы получилось. Подожди минутку. Что-то я начинаю переживать. А вот и я. Как ты и хотела. Пара человеческих ног и по цвету тебе подходит. Готова? Тогда доктор Мелани берется за операцию. Так, убираем лишнее. Здесь сделаем помягче. Чешуя здесь тоже не нужна. Фу, ну и здоровый он у тебя. Посмотри, что получилось. О, уже все? Ох, как непривычно. И как они без плавника держат равновесие, а? Ой, падаю! Нет, давай вернем все назад. Уже поздно. Давай попробуем кое-что еще. Главное, чтобы пропорции были правильными. Или придется переделывать. Ну вот и последний ингредиент. Куда же я его положила? Воу! Девчонки, не хотите присоединиться ко мне в джакузи? Вылазь оттуда, или превратишь все в суп. Кэролайн, приготовься! Трум-трик! О, ничего себе, Total Black! Это просто идеально! Спасибо, доктор Мелани. Знаешь, я недавно удочерила девочку. Но она совершенно не хочет меняться. О,
какой ужас. Не бойся, я займусь этим. Если ты приведешь ее, то я с легкостью превращу ее в русалку. О, спасибо, дорогая. И тебе спасибо. До встречи. Кевин, это ты? А я смотрю, ты делаешь успехи. Ты уже куда больше вампир, чем была. Но как ты взлетишь? Сможешь повторить? Ого, ну ладно, давай попробуем. Давай сильнее. Не выходит. Снова ты? Чтобы быть на высоте, нужно крутиться. О, точно. Попробуем выкрутиться из этой ситуации. Если у Мелани вышло зелье, то у меня получится и подавно. Это тоже пойдет. Ну что, сработало? Чувствую. Ух ты, получилось. Да я же летучая рыба. Вот бы Кевин это увидел. Потому что еще раз я это пить не буду. Я неплохо потрудилась. Можно и немного расслабиться. Звук на максимум и вперед. Полное музыкальное погружение. Ты бы не могла сделать потише. Ау, Кэролайн. Так, пауза. Ты вообще-то не одна тут. Ты что, оглохла? Ой, Нептун с тобой. Оу, кажется, ухо заложило. Если попрыгать, должно разложить. Теперь уже легче. О, только не на пол. Теперь второе. Ух ты! А это тут как оказалось? Думаю, мне это пригодится. На листе размечаем контуры будущих жабр. Наводим края. Переводим наш рисунок на самоклейку. И вырезаем. Теперь склеиваем все элементы. Заполняем перепонки черным и красным цветом. Придавливая маркер, создаем легкие разводы. Готово! Теперь для объема складки заполняем термоклеем и добавляем нить с камнями. На самый край приклеиваем красную бусинку. Просто замечательно! С обратной стороны клеим замок от заколки. Размещаем его около центра. Готово! Самое время примерить. Теперь я не только отлично выгляжу, но еще и лучше слышу. Вау! У меня теперь есть эхолокатор, как у летучих мышей. Интересно, какой у меня диапазон? Мамочки! Да я теперь могу общаться с инопланетянами! Нет, как-то... Уже лучше. Надо промочить горло. Бургундская кровь. Что может быть лучше? Гадко, но сладко. Надо привыкнуть. Эй, верни. О, этот пакетик пополнит мою коллекцию. Себастьян, ты опять за свое? Руки! Ты в своем уме? Мне же больно. Разберись с этим крабом. Эй, я же просто пошутил. Только не клешни. Оу, ладно, забирай, что хочешь. Спасибо, ты просто душка. По закону морей, теперь это мое. Хочешь забрать? Победи меня. Океан – непредсказуемое место. Ну вот, теперь еще и фен не работает. Забился, что ли? И что мне теперь делать с волосами? Попробуем средство помощнее. Запускаю бьюти-батискаф. Готово! Ничего себе! С этого и надо было начинать. Думаю, я могу сделать свою прическу еще зажигательнее. Нам понадобится цепочка. О, да, это будет очень стильно. Вплетаем цепи в хвостик сзади. Но как вам, ребята? По-моему, вышло одновременно элегантно и очень брутально. Кажется, моим рукам тоже нужны украшения. Думаю, ракушка мне с этим поможет. Привет, красотка! Ну что, испытаем удачу? Надеюсь, мне сегодня повезет. Трум-трум-трик. Yes! Сегодня явно мой день. Ладно, повысим ставки. Ух ты! Кажется, я сорвала джекпот. Забираем выигрыш. Ух ты! Надеюсь, я не разорила казино. Ну ладно, думаю, пора привести все в порядок. На леску нанизываем черные бусины. И складываем их в треугольник. Затем формируем узор и повторяем его по всей длине. Ножницами убираем лишнее. Соединяем концы, и браслет готов. К
Как здорово, что весь выигрыш уместился на руке. Еще и так симпатично. Я думаю, такого рукава нет ни у одного вампира. Оу. Думаю, после такого долгого дня можно и немного отдохнуть. Почему так пахнет жареной рыбой? О, нет, это же я! Ох, оказывается, в жизни вампира есть и минусы. Думаю, мы с легкостью сможем их замаскировать. Накладываем сеть трафарет и берем цветную палетку. Бьюти-блендером растушевываем цвета по коже. Если быть русалкой-вампиром, то полностью. Ну а что? Выглядит красиво. О, нет! Нужно скорее спрятаться от солнца! Трезубец ко мне! Силой Посейдона вызываю тучи и грозы! Ага! Вот так уже значительно лучше. Упс! Это тебе за тот раз. Думаю, теперь Кевину не устоять передо мной. Эй! Вот это да! Ты просто сногсшибательно! Дай я на тебя взгляну! Эй, Кэролайн, помнишь наш договор? А это что за консервы? Это мои подруги, Кевин. Конечно, помню, Мелани. Я уже приготовила бокс для твоей дочки. Держи. О, ты настоящая подруга. Спасибо огромное. Ну что, ты готова? Тогда за дело. Удачи вам. И вам. Пока-пока. Теперь мы станем настоящей семьей. Ну что, чем займемся? У тебя что-то на лице. Оно что, не оттирается? Кажется, у нас проблемы. Идем со мной. Знаешь, я кое-что придумала. Сюрприз. Вау, это все мне? Как круто. О, это нам точно пригодится. Очиститель лица для русалок. Ты должна увидеть его в действии. Он просто творит чудеса с проблемной кожей. Вау, я чувствую, как кожа дышит. Класс. А вот очиститель задыхается. Давай положим его. Оу, пожалуй, лучше выбросить. Ну, как тебе? О, ничего себе. Да я красотка. Ну, конечно, вся в меня. У тебя такие сухие волосы. Оу. Смотри, Ариэль. Где? Фух, кажется, я вовремя. Эй, давай посмотрим, что еще есть в бьюти-боксе. Думаю, твои волосы стоит познакомить с бигуди. Что? Сейчас сама все увидишь. Забудь о косичках. С этим приспособлением ты узнаешь, на что способны твои волосы. Теперь зацепим одну прядь. Попалась. Пропускаем прядь через обмотку. Повторим то же самое со второй прядью. Ну вот, готово. Я так рада. Теперь остается немного подождать. Мне кажется, что это немного затянется. Оу. Думаю, пора снимать. Всю жизнь мечтала так сделать, будто я самая настоящая голливудская актриса. Вау, да у тебя талант. Мы с мамой знакомы всего пару часов, а смотрите, как я изменилась. Вам нравится? Очень красиво. Мамочка, а можно мне сделать такие же глаза? Ну, конечно, милая. Давай подберем что-то стильное. Как насчет этого? Я хочу глаза рыбки. О, да, я вижу, у тебя есть вкус. В бьюти-боксе должен быть набор теней. Оу. Я все нашла. Какая ты изобретательная. Дай-ка его сюда. Рада, что вы познакомились. Наверное, он выпал отсюда. Сейчас посмотрим. Ну да, папа решил погулять. Видимо, он не мог не познакомиться с внучкой. Нашла. Давай приложим трафарет к веку и начнем закрашивать края. Главное зафиксировать трафарет, или рыбка поплывет. Вау, так красиво! Ты меня засмущала, просто я мастер. О, надеюсь, у меня хватит сил на ее полное перевоплощение. Отложи пока это, дай гляну на тебя во весь рост. Это никуда не годится. Твой стиль получает дизлайк. Еще и эта юбка. Что же нам с тобой делать? Придумала. Подожди здесь. Дело серьезное. Девчонку срочно нужно спасать. Думаю, это подойдет. Мама, смотри, я осьминог. Дети такие смешные. Оставь дядю Паулу. Примери это. Мне не нравится. Честно говоря, мне тоже. Идея. Займемся кастомизацией. Сделаем из футболки топ и немного морской тематики. Сетка? О, это идеально! Я так и знала, но это не все. Смотри, что у меня есть. Тебе очень пойдет. Давай разместим пару жемчужин на сетке. Немного водорослей. Ну вот.
Совсем другое дело. Как же я рада. Как думаешь, чем займемся дальше? Если малышка хочет стать русалкой, ей не обойтись без хвоста. Точно. Детка, хочешь такой же хвост? Конечно, хочу. А сейчас сделаю. Как это понимать? Ну ладно, нужно давать детям свободу в развитии. Матушки! У меня получилось. Я теперь как ты. Кажется, ты сама себя поймала. Зато ноги не видно. Это не главное, крошка. Давай сделаем тебе настоящий хвост. Когда все будет готово, тебе нужно будет окунуться туда. Давай начнем. Заливаем воду из розового моря. Добавим немного драгоценностей и ракушек. Ну и немного волшебного порошка. О, как красиво! Можно заходить? Конечно. Вау, такие необычные ощущения. Вау! Вау, у нас получилось. Просто супер! Идем, не терпится взглянуть на него во всей красе. Покажи хвост. Спасибо, мамочка. Это еще не все. С таким хвостом нужна чешуя. Если я правильно поняла, это нужно надеть на голову. Умница, дальше я сама. Не бойся, сетка – отличный трафарет. Если хочешь, сделать чешую. Вау, так просто, а главное красиво. Да, русалки знают дело в моде. Как вам мой новый образ? Я думаю, он просто шикарен. Мам, а зачем тебе микрофон? Давай покажу. Вау, так мелодично. Хочешь тоже? Я тоже люблю тяжелый рок. Продолжай. Baby Shark, ту-ду-ту-ду-ту. Акула, где? Какой кошмар! Ля-ля-ля-ля! С меня довольно. Я не собираюсь этого терпеть. I dance, dance with my hands. Ну, как тебе, мама? Просто замечательно. У тебя талант. Секунду, так уже лучше. Послушаем вместе Baby Shark. Нет, спасибо. Лучше послушаем песню Эльзы. Сперва давай Baby Shark. Нет, остановись. Ребята, напишите в комментариях, какая песня лучше. Отпусти и забудь Эльзы или Baby Shark. Понравилось видео? Ставьте лайк. Напишите комментарий и жмите колокольчик, чтобы мы в него позвонили, когда выйдет новое видео.